Машинки тоже как бы популярные. Это Galaxy Ford, по-моему. Не, это Шаран Volkswagen, сори. Кобьета, женщина тут, понимаешь, разворачивалась. Вот эта парковка запрещена. Если дядька полицейский будет мимо проезжать, надрючит жопу. Это тоже штрафники стоят. Вот, то бишь, здесь полиция ездит часто и попадаются люди. Вот за эту тему часто попадаются, как говорится, на штраф. Штраф не маленький, 300 злотых. В рублях это где-то в районе 4500, наверное, сейчас по курсу. Вот, за то, что... Ну, за то, что парковка неправильная, создают помеху и все такое. Я как бы поддерживаю это. Нахрена мне нужно, чтобы здесь кто-то парковался в том месте, где собака срать не садится, называется. Сори, сейчас я... Правила для того, чтобы их соблюдать, в конце концов, а для удобства и для безопасности, для всего прочего. Так, это я домой еду, короче. Тут у нас справа BMW, это мойка, за этой мойкой этот дилерский центр BMW. Впереди Porsche и Skoda. Вот это вот называется Ощедле, по-польски Ощедле, это как бы на темно, нихера не видно, да? Вот такие вот там домики, как раз симпатичные, такие длинные, трехэтажные. Вот, это, ну, многоквартирные, естественно. Вот это наша Ощедле. Сейчас я буду поворачивать к себе домой. Ага, ворота открыты. Вот это я во двор к нам заехал, вон она, елочка у нас тут на Ощедле. Вот здесь у нас детская площадка, но темно, нихера не видно, конечно. Днем надо это снимать, не вечером, короче, надо будет потом. И снежок у нас сегодня идет, снежок, и что там у нас, что там у нас, что там у нас? Где там резкость? Плюс 2. Вот я думаю, что к вечеру, наверное, похолодает, потому что передали похолодание небольшое. Вот так вот выглядит. Нихера не видно. Ладно, потом сниму по-светлому.